Вы смотрите канал «Дедовский метод». Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Снимаю зиму, потому что оставить это в памяти и показать вам, зима нас снегом не балует. А это вот выпал снег. Сейчас я здесь буду заниматься чуть-чуть уборочкой. Вот так я с терраски убираю. Ну, как должна приборка делаться, она делается сверху донизу. Сначала вверх убрать. Вот так вот. И уберем снег. Снег свежий, легко уходит. Это вот заходил. Так вот. И сборочный. А, печка горит, дровами пахнет. Красота! Камера этого не передаст. Так я всегда, когда снег, просто чуть-чуть убрал, да и все. Видите, вот допустим, здесь все рекомендуют делать вот в таком полущели. А я этого не сделал. Но я просто сделал короткие вот такие вот клепки их назвать, или как еще, досточки такие на полу. Так, а теперь нужна лопата. А вот так даже получается неплохо дорожку. Ну, это я вам не буду весь процесс показывать, а просто хочу вот все-таки зиму оставить в память. Вот так оно все выглядит. Я же говорю, зима не балует снегом. Допустим, этот год так вообще, я уже думал, последнее время уже все, будет весна. Так тепло было. 7 градусов. А это вот насыпало. Вон там даже так. А, еще вот здесь, на эту террасу, то же самое. Вот так вот. Это садовая скамья, стол. И это убрать надо. Здесь у нас сейчас склад. А вот самое главное, репитер, усилитель сотового сигнала. Так я его оставил на зиму. Приехал, включил. Вон там красная лампочка горит. Все работает. Телефон принимает сигнал. А вот здесь на решетке, ну, нужно будет все это аккуратно, без камеры. Ну, вот так оно. Такая зимушка зима. Вот душ этот, этой зимой не снимал бочку, потому что крышу переделал. И все прекрасно. О, что у нас там с птичками? Ага, нужно. Нужно. Так. Все поели. Видите, даже здесь вот вокруг. Сейчас я насыплю им. Опа! Вот так вот. Дровишки сухие, отлично все. Ну вот, видите, как нога и столько снега. Но он мягенький такой, легенький. Так, с колодца. Уже воды набрал. То есть даже не замерзла здесь. Вот ставил ведро, видите. Воду ставить нужно
чистку. Ну все, сейчас в мастерскую и лопату и чистить. Так, упало. О, здесь как. Освободим. Облегчим. А запах какой. Класс. О. А, пахнет классно. Вот так вот. Так. Теперь лопату. И это убирать. Вот здесь насыпало много снега. Верстак. Ну вот такая зима. Маленькая зарисовка. Комментируйте, пожалуйста. Нравится, не нравится. Снимать такое. Не снимать. Потому что, я же говорю, в городе зима совсем иначе выглядит. Сыро. А здесь нет. Вот так даже ногами прочистил. Так, надо позакрывать эти свои душники. Так вот. Ну, буду приступать к чистке дорожек. А вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если это вам интересно. И до новых встреч!